Вы помните, песня такая была? Шаланды полные кефали. Вот она, кефалька, свеженькая. Молодой человек, а, к примеру, почему ваш пеленгасик, скажите, из какого он лимана? Ну вот, Модестович, как всегда, в своем репертуаре. Иди сюда, я тебе сейчас дам. Нет, это явно пеленгас, это сразу видно. Ну что, ты скажешь, что это лобань, да? Уйди отсюда. Уйди. Скажи, что это лобань. Мужчина, вы новую дорогу знаете? Вы тут не стояли, да? Нет, подождите, вы новую дорогу знаете? Скандал на привозе. Да идите по старой. Начинаем. Вот так вот на привозе, друзья, и хамят, и обвешивают. Посмотрите. 100%, да. И особенно, расскажут, что вот это лобань, а что вот это вот как кефаль. Один сказал, говорит, тебе продавцом нельзя работать. Говорит, это не твоя работа. Я говорю, блядь, 33 года, блядь, проработал, блядь. Ну все, значит, порадуйся. Все, Саша. Блядь. Ладно, рассказывай, что почем. Мы верим, 350, 350 лобань. 250. 200. И была журавушка.